Добрый день, Светлана. Меня зовут София Дроздова. Мне 22 года. У меня есть маленькая доченька, которая через 2 дня исполнится годик. Впервые о Светлане Гончаровой и ее проектах я узнала вчера. Подруга поделилась ссылкой на тренинг «Мама План 2017». Я решила поучаствовать в розыгрыше стипендий. Благодаря этому конкурсу, что интересно, уже приобрела новые знания и навыки. Это мое первое видео подобное. До замужества острой необходимости в столь глубоком планировании не ощущала. Теперь с появлением семьи мне нужно этому научиться. Этот год мы жили с моими родителями, а муж приезжал на 4 месяца в отпуск домой. Через 2 недели наша семья переезжает в собственное жилье. И чтобы справиться со всеми возникающими задачами, мне необходимо научиться и понять, как качественно планировать и организовывать жизнь своей семьи, чтобы нашлось время на все. Благодарю за внимание.